Трудно предположить, что могут быть позитивные, хорошие сценарии, потому что у нас и эпидемия, и экономический кризис, и политическая нестабильность, и назревает, и, возможно, еще правительственный кризис. Так что в этой ситуации трудно быть оптимистами. Но я думаю, что каждая из партий будет готовиться к выборам, исходя из своих интересов, из своей повестки. Достоинство и правда попытается на этой неделе зарегистрировать мотивы недоцензуры. Я не думаю, что партия «Действие и солидарность» согласится на это, потому что они всегда ставят условия, покажите, есть ли нужное количество голосов, математику элементарную. Я не думаю, что поменяется что-то в плане в ближайшие дни, во всяком случае, что уйдут опять депутаты, чтобы партия «Действие и солидарность» могла сказать, вот, наконец, математика сложилась, и мы проголосуем за это. Попытки будут, пиар-ходы будут, позиционирование будут, кое-какие проблески стратегии политической будет, но сильные изменения я не думаю. Хотя мы живем в Молдове, где в любой момент что-то может произойти.